В актовом зале администрации Каспийска состоялся прием граждан по вопросам в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Обращения и жалобы каспичан рассматривала комиссия под руководством главного жилищного инспектора Республики Дагестан Сергея Касьянова и заместителя главы города Рамазана Халилова. Сегодня я бы хотел, чтобы вы были открыты с теми проблемами, которые у вас накопились. Я хочу их услышать, и вместе с вами мы постараемся их либо разрешить, либо подготовить предложение, по которому администрация города должна выполнить, включим этот план мероприятий, программу социально-экономического развития, а возможно даже и те госпрограммы, которые сегодня реализуются министерствами и ведомствами Республики Дагестан. Как отметил Сергей Касьянов, в 2023 году Государственной жилищной инспекции будет возобновлена практика проведения выездных приемов граждан по городам и районам. Первым в списке стал Каспийск. Может быть, мы приурочим данную встречу с жителями города Каспийска и прием граждан по случаю 102-й годовщины образования ДССР, ну и по случаю годовщины образования Северокавказского федерального округа. В рамках приема комиссия рассмотрела как личные, так и коллективные обращения. Среди основных проблем, озвученных гражданами, были благоустройство дворов, подтопление подвалов, проблемы с отоплением и качеством воды, а также бездействие управляющих компаний. Кроме того, участники встречи обсудили возможности и сроки проведения капитального ремонта в некоторых многоквартирных домах. Все жалобы были письменно зафиксированы в карточках личного приема, а обратившиеся получили необходимые консультации. Также решение некоторых проблемных ситуаций Сергей Касьянов взял на личный контроль. Анастасия Сидоренко, Амарбек Газиев, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал «Среда».